Накануне в Монголии состоялся международный медиафорум «Добрые соседи. Диалог без границ». Прошло мероприятие в режиме онлайн. К его участникам обратился мэр Улан-Удэ. В 2021 году исполнится 100 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами. Взаимодействие в сфере медиа – одно из основополагающих для создания условий политического и экономического сотрудничества. Радует, что, несмотря на ограничения, в условиях пандемии мы продолжаем общаться и находить новые формы для обмена опытом и сотрудничества. Среди участников были также СМИ Москвы, Омска, Алтайского края, Иркутска и, конечно, Улан-Удэ, в том числе наша телекомпания. В рамках медиафорума в целях объединения усилий масс-медиа России и Монголии, расширения контакта между журналистами двух стран пройдет открытие нашего пресс-клуба, который будет носить название «Байкал», на площадке которой будет организована системная работа по продвижению позитивного образа России и Монголии в средствах массовой информации через монгольские и российские СМИ. Из-за пандемии жители соседних стран ограничены в информации о политической и социальной обстановке соседних государств. И это нужно исправлять, считают участники форума.